резиновых кортах, тех самых бескоштовных, и подает Серенька. Смотрите, обратите внимание. Сережка сегодня играет в теннис. Федор Петрович, Валентин. Ой, ну и третья, пятая молодость. Очень интересные игры проходят каждый вечер, каждый день. Конечно, в летний период. И Володя Баськов в ожидании пары. Орешек сегодня комментатор и оператор. А вот Серенька сейчас подаст. У него больше. Подает Сережка. Петрович отбивает. И Валентин не успевает. Итак, теннис, теннис, теннис. Парке дружбы народов. Приходите, играйте, пока мы еще здесь, пока корты действуют. Правда, вокруг уже лучше не показывать, что творится. Подает Валентин. Сетка вторая. И сомпелька. Ну и такие словечки иногда вылетают. Занимайтесь спортом, играйте в теннис. Мы здесь вас ждем. Орешек Продакшн также участвует. Но сегодня взял отгул за свой счет. Давайте еще этот розыгрыш посмотрим. На что способны ребята, какой уровень наших теннисистов. Но пока все получается. И Серенька положил, так и положил этот мяч. Это он, тот самый Сергей Савалов. Красава, красная майка лидера. Все, давайте, ребятки, чао, бомбино.